Алло. Алло, Паш? Да, я. Это Гордей. Приветствую. Ну что, я вылетаю? Все, что, в гости. Давай, давай. А как вы его заводили? Просто клемму просто накидываешь, лампочки горят, да? Аккум накинули, и стартер замкнули, и все, и он завелся. Давай попробуем. Пока. Ага, спасибо. Или давай, может, заглушим, с пацанами толкнем. А посмотри, может, аккум зарядился, братан. Не стой на них. Здравствуйте. Не укусит? Нет. Точно? Ой, молодец. Хорошая девочка. Да. Он здесь стоит под деревом просто 2 месяца, то есть такой вот студия. Блин, классно. Ничего, сцепление. Поставили. Есть сцепление? Есть новое сцепление. Мы его поставили где-то 2 месяца назад. Mm-hmm. Потом уже бахнули ее. Это стыдно торговаться, потому что вы сказали, новый аккумулятор стоит на этом автомобиле. Uh-huh. Может, подсбросьте еще чуть-чуточку. А я тебе просто подарю старый аккумулятор. Нет, мне аккумулятор нужно именно купить. То есть мне нужна фиксированная, ну, стоимость за автомобиль и фиксированная за аккумулятор. Ну, давай, ладно, 500 рублей скину. Спасибо. Нормально. Спасибо. А за аккумулятор сколько? Ну, давай 500 рублей. Ну, ее поймать, да? Павел жесткий командир, ходит там, рулит туда-сюда, туда-тем.